вторая половина сентября уже пошла. И смотрите, что бутонов еще довольно много. И уже есть и семена. Опять соберу их, чтобы посеять на следующий год. Еще тепло у нас. Сегодня 25 градусов. Здесь цветок скоро распустится. Смотрите, где-то 15 сантиметров. И тут же формируются коробочки с семенами. Коробочки выглядят вот так. Колючие такие. И их довольно много. Вот такой красавец раскрылся из бутона. Аромат очень приятный. Но обязательно надо иметь в виду, что это очень ядовитое растение. И если у вас есть маленькие детки, то лучше его не сажать. Часа 4 назад я снимала этот граммофон. И все, смотрите, уже отцвел. Вот такое покрывало. Очень приятный на ощупь. Вот здесь уже все. Будут формироваться семена. Полдня практически цветет этот красивый цветок, а потом закрывается покрывало. Посмотрите, вот так он выглядит. Но будут еще бутоны раскрываться. Сентябрь, но лето в Молдове продолжается с его цветением и с красотой растений. С вами была Екатерина Снетко и представитель растительного мира Дурман.